Ви глядіть новини регіону на телеканалі «Беларусь-1». У студії Сергій Нігеревич. Добрий вечір. Сьогодні у Гомелі завершається республіканський семінар спеціалістів, відповідальних за організаційну роботу галінових комітетів і обласних об'єднанняў профсоюзаў. Його удзельнікі вывучалі вопыт работы гомельскага аб'яднання. У прыватнасці закраналіся пытанні сацыяльнага партнёрства і ўзаемадзеяння з органамі мясцовай улады. Як было адзначана, сёння гомельскае аб'яднанне ва ўсіх пытаннях прытрымліваецца ўласнай пазіцыі, прынцыпова выконваючы фарматы і стандарты ў першую чаргу сваёй арганізацыі. Між тым, работа з уладамі будуецца на паритэтных умовах і ўзаемапавазе. Усе ўзнікаючыя праблемы тут стараюцца вырашаць самастойна, шукаючы прымальныя кампрамісы. Па перакананні старшыні абласнога аб'яднання Леаніда Барабанова, поспех працы залежыць ад двух асноўных фактараў – згуртаванасці калектыву і творчага падыходу да справы. Каля 15% палёў Гомельшчыны засеяны на сённяшні дзень раннімі яравымі зерневымі і зернебабовымі культурамі. Усяго раннімі каласавымі сёлета плануецца засеяць 140 тысяч гектараў. Самыя вялікія плошчы для пасіву ў Рачоўскім і Рэчыцкім раёнах. На палях рэгіёна сітуацыя складваецца неадназначная. Пагодныя умовы першых дзён красавіка не дазволілі разгарнуць поўнамаштабную сяўбу. У бліжэйшы час аграрыям прыйдзецца значна актывізаваць сваю работу. Зараз па тэмпах сяўбы лідыруюць гаспадаркі паўднёва-заходняй зоны. Так, у Петрыкаўскім раёне раннімі каласавымі засеяна 37% плошчаў, у Жыткавіцкім 31%. Экалагічныя рэйды, якія праходзяць зараз на Гомельшчыне, сведчаць аб значных праблемах, якія існуюць у плане навядзення парадку на зямлі. Прычым размова ідзе не толькі аб забруджванні тэрыторыі смеццем і адходамі. На думку экалагаў, каб урэшце навесці парадак, неабходна змяніць менталітэт насельніцтва і яго адносіны да навакольнага асяроддзя. Початок 2012-го на Гомельщине означены активизацией работы по наведению порядка на земле. Только территориальными органами Министерства природы проведено около 2500 так званых оперативных обследований территорий по разных накерунках, от высекания хмызняку и древ до уборки смети. Объемы проводимых работ соправды значные. Только предприемством «Гомель-Автодар» с початку года хмызняк убран амаль на 200 тысячах квадратных метров, плюс высечено около 1500 древ, которые росли на территории сельхозугодий, але больший головный боль для дорожников – несанкционированные звалки, которые любые, кто приезжает в Беларусь с той же Украины, может увидеть одразу около пограничного перехода. Километр обочины работники предприятия убирали 3 дня, у вынику чего вывезли на звалку недель 10 тонн смети, при том, что задачу подтримания дорог в належном стане им так само никто не отменял. Мы вынуждены вот заниматься уборкой мусора перед таможенным терминалом, потому что вы же сами видите, сколько мусора лежит в полосе отвода. Люди, хотя стоят контейнера, и периодически этот мусор вывозится, ну, что сделать? Наши люди выбрасывают мусор на обочину. После расставания снегу экологичные проблемы стали бачны як николі добра. Каля дорог и в лесах оказались, напэўна, сотни звалок. Инспекторы Гомельского областного комитета природных ресурсов и аховы навакольного асяроддзя такие места выявляют, а порушальников штрафуют. Правда, калі атрымается их знайсці. Системные проблемы в целом остаются. Не снимаются с повестки дня. Потому что помимо того, что выбрасывать вблизи непосредственной территории, дачники ухитряются, несознательные, подчеркиваю, дачники ухитряются выбросить мусор где-то по дороге. Экологи кажут, что за прошлый час отрымалось ликвидовать несколько несанкционированных мини-полигонов, але у целом проблема застается. Процесс выхования бережливых относин до навокольного осяроддзя будет, видать, вельми протяглым. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». У дорожно-транспортным здарэнні, что отбылося напередодні на улице Фрунзе у Гомелі, потерпел пассажир. Авария здарылася у светлый час суток и выкликала спынение руху автотранспорту. Автомобиль Volkswagen Polo, за рулем якого знаходился водитель с замежеванными махчимостями, сутокнулся за автомобилем УАЗ. Машины не здолели разъестись на скрыжевании в улице Фрунзе и Пролетарской. По даденных ДАИ, худкости ободвух автомобилей не перевышали нормы, однако навод и при таких умовах пошкоджения были серьезные. Больше за все досталось автомобилю Volkswagen. До речи, и его водитель отримал травмы, однако не серьезные. Больше потерпел пассажир иншей марки, який одразу после ДТЗ был шпитализован. Предварительно можно сказать, что водитель Volkswagen Polo нарушил правила дорожного движения, а именно выехал на перекресток при желтом сигнале светофора. В автомобиле УАЗ никто не пострадал. Як паведамілі супрацоўнікі ДАІ, за мінулыя суткі на тэрыторыі Гомельскай вобласці адбылося 19 дарожна-транспартных здарэнняў. Пацярпелі 2 чалавекі.
Спачатку красавіка ўстаноўлены новы памер базавай велічыні 100 тысяч рублёў. У сувязі з гэтым узраслі тарыфы і штрафы, якія залежаць ад памера базавай. Нашы корэспандэнты высвятлялі, хто адчуе гэтае павелічэнне больш за іншых. У першую чаргу новая базовая поуплывае на кішэні штрафнікоў. Напрыклад, у мільён рублёў можа абысціся вадзіцелю перавышэння хуткасці. За кіраванне транспартным сродкам у нецвярозым стане зараз прыйдзецца аддаць дзяржаве ад 2,5 да 4,5 мільёнаў рублёў. А вось паўторнае на працягу года нецвярозае ваджэнне цягне за сабою штраф у памеры да 1000 базавых велічынь – 100 мільёнаў рублёў. Дорага абыдзецца і курэнне ў неналежным месцы. Калі раней за гэтае правапарушэнне патрэбна было заплатить сотню, то зараз прыйдзецца развітацца з 4 100-тысячнымі купюрамі. Распитие слабоалкогольных напитков и пива в общественном месте, либо появление в пьяном виде грозит наложением штрафа в размере до 8 базовых величин. Не салодка будзе і без білетнікам у грамадскім транспарце. За праезд зайцам за месцямі 1000 прыйдзецца заплаціць 20. Узраслі і дзяржаўныя пошліны. Так, напрыклад, рэгістрацыя шлюбу зараз каштуе 100 тысяч рублёў, а яго скасаванне ад 300 да 500. Узраслі цэны на паслугі натарыяльных кантор. Хто не паспеў аформіць якія-небудзь юрыдычныя дакументы да першага красавіка, зараз будзе плаціць больш. Размер ставок установлен в базовых величинах. Например, удостоверение договор дарения или купли-продажи недвижимого имущества, то есть дом, квартира, гараж, близким родственникам составляет 2 базовые величины, это 200 тысяч рублей, посторонним лицам 5 базовых величин, 500 тысяч рублей. Варта адзначыць, што памер базавай велічыні ў нашай краіне не змяняўся са снежня 2007 года. Мікалай Кальсін, Алексей Каверын, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Тактычныя вучэнні войскаў супраць паветранай абароны працягваюцца ў Мазыры. На працягу 3 дзён абменьваюцца вопытам вайскоўцы з усёй Беларусі. За вучэннямі назірала Кацярына Булацецкая. Колонна военной техники у сопровождении ДАИ рухается по одной из центральных улиц города. Автомобили соступают дорогу, люди озираются. Не каждый день можно убачить такое. Масштабные вучения республиканской значности на территории района набирают обороты. Боевая задача – оборонить державную межу от махчимого нападу ворога. Шлях колонны небеспечны. Диверсанты могут напасть на технику и вывести ее с ладу. Раптом почулися автоматные черги. Дымовая заслона перешкодила рух. Войскоўцы оперативно отреагировали. Ситуация под контролем. Колонна военной техники протягивает свой шлях. Черговое выпробование нагоняя у лесе. Далее удельникам вучения демонструют рухомую радиолокационную группу. За несколько хвилин локатор здольный вылечить ворога. Тут же размещены и полевый мобильный лагерь. У им створены все необходимые умовы для працы и проживания бойцов. Обсталявание, полевая кухня, место для отпочинку. Лагерь развернут как учебное место. Показом личному составу офицеров, командиров подразделений, начальника подвижных групп, применительно к данным условиям, к данному рельефу местности. Как принять у Мазырским районе удельников тактичных вучений за всей Беларуси, военнослужащие рыхтовались больше за месяц. К этому учению мы готовились, чтобы показать всем командирам, которые приехали к нам со всей Беларуси, для того, чтобы их чему-то научить, что-то новое показать и так далее. Очень было вложено много сил для подготовки и проведения этого учения. Не обошлось здесь без помощи властей и силовых структур нашего города. Помогли они нам практически во всем, что мы у них просили. Любая цель любого занятия, показного занятия, это всегда это для того, чтобы подготовить личный состав, обучить командиров, как правильно действовать в различных условиях обстановки, как правильно принимать решения, как правильно поступать при выполнении различных практических мероприятий. Вот, для того, чтобы их научить быть готовым к выполнению своих задач, которые возложены на нас по защите нашего государства в области военной сферы. Решение боевой задачи у мирный час. Показальные обучения допомагают военнослужащим заставаться в тонусе, заховывать реакцию и дейничать разом. Небо краины под полным контролем. Его обороняют профессионалы своей справы. Катерина Булатецкая, Сергей Гараевский, телеканал «Мазыр». Специально для телерадиокомпании «Гомель». Сёння ў Гомелі стартавала акцыя «Пяшком на працу». Прамеркаваная да сусветнага дня здароўя, яна павінна данесці да гараджан перавагу прагулак на свежым паветры перад праездам на грамадскім транспарце. Медыкі ўпэўнены, што пешыя прагулкі – адзін з лепшых натуральных антыдэпрэсантаў. Вельмі просты і даступны спосаб абмінуць шэраг захворванняў, пазбавіцца ад лішняй вагі, умацаваць імунітэт і нервовую сістэму.
Даведома, што дзень паслугамі грамадскага транспарта ў Гомелі карыстаюцца каля 250 тысяч чалавек, што намінальна складае палову гарадскога насельніцтва. Магчыма, падчас акцыі пяшком на працу грамадскі транспарт і страціць нейкую частку выручкі. Аднак дадатак здароўя, які атрымаюць гамяльчані, каштуе даражэй. І напрыканцы выпуску аб спорце чэмпіянат краіны па футболе ў вышэйшай лізе набірае абароты. У пятніцу 6 красавіка каманды правядуць матчы 3-га тура. Мазырская Славія зноў вяртаецца ў хойнікі, дзе на гарадскім стадыёне прыме салігорскі Шахцёр. Гомель таксама гуляе дома. Падапечныя Алега Кубарова разам са сталічным Дынама дзеляць другое месца ў турнірнай табліцы. Нагадаем, гамяльчане ў папярэдніх двух сустрэчах набралі 4 ачкі. У трэцім туры Гомель сустрэнецца з жодзінскім Тарпеда Белас. У мінулым сезоне супрацьстаянне з аўтазаводцамі засталося за камандай Алега Кубарова. Дзве нічыі і перамога. Пачнецца гэты паядынак у 18 гадзін на стадыёне «Цэнтральны». Давайце разам падтрымаем наш клуб. Самыя аператыўныя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель», рэкламныя прапановы, кантакты і персаналі. Гэтае не толькі вы зможаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. І на гэтым наш выпуск завершаны. Служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель» працягне сваю работу заўтра ў 7 гадзін раніцы на тэлеканале «Беларусь-2». Я ж з вамі развітваюся, ў студыі працаваў Сергей Нігеревіч. Да сустрэчы.